Латвийская звезда Лайма Вайкуля снова борется с онкологической болезнью. Как рассказали друзья Лаймы Вайкуля, у нее произошел рецидив рака груди. Онкоболезнь впервые была диагностирована у латвийской певицы еще в 90-х годах. Тогда благодаря лечению произошла ремиссия. Впрочем, как пишут Росс-СМИ со ссылкой на близкое окружение исполнительницы, болезнь вернулась снова. В 90-е Вайкуля спасли американские врачи. В Соединенные Штаты певица тогда летала каждый год. У Лаймы рецидив. Она только вернулась из Америки, там как раз планово проверялась, и врачи заметили, что недуг вернулся. Сейчас Лайма уже дома, в Латвии. Рядом с ней муж Андрей, он ее очень поддерживает, рассказали друзья. Источники, близкие к артистке, объяснили, что она не хочет говорить о рецидиве, потому что, по ее словам, сейчас неприлично говорить о своих проблемах. Даже когда друзья из Украины у меня спрашивают, как ты чувствуешь себя, я им отвечаю, хорошо, лучше. Сейчас неприлично говорить о своих проблемах, считает артистка. Сейчас она уже планирует концерт в Юрмале. Напомним, что Лайма Вайкуля часто приезжала в Украину и имеет здесь много знакомых. В 2018 году Вайкуля отказалась выступать в Крыму. Лайма, как гражданка Латвии, сослалась на санкции, которые Европейский Союз ввел против России из-за аннексии украинского полуострова. Тогда же певица еще и заявила, что не имеет ностальгии по Советскому Союзу, и попала под бурю критики российских коллег. Не забывайте подписываться на канал, чтобы быть в курсе всех событий, а также обязательно оцените ролик. До встречи!